В Москве завершился бизнес-форум Synergy Global. В нем приняли участие около 20 тысяч человек. На сцене Олимпийского перед молодыми предпринимателями выступили известные во всем мире бизнес-тренеры. Формулу успеха узнал и наш корреспондент Андрей Сидоренко. Вот уже второй день трибуны Олимпийского заполнены до отказа. И в основном это молодые энергичные предприниматели из столицы, регионов и даже соседних стран. Они приехали в Москву, чтобы получить наиболее ценный рыночный актив – знания. На сцене самые именитые мотивационные ораторы планеты. Причем на этот раз своим опытом успешного развития бизнеса делятся не только иностранцы. Успех – это риск, боль, преодоление. Всегда. Для того, чтобы стать успешным, нужно быть готовым терять все. Роман Василенко – один из немногочисленных, но успешных бизнес-тренеров России. Имея ученую степень доктора экономических наук, он передает знания многотысячной аудитории напрямую на русском языке. Считает, что в России уже сформировалась полноценная лига бизнесменов, готовых делиться опытом. Я хочу показать то, что не надо тянуться за европейцами. Наши люди ничуть не выступают. Наши россияне... Они даже превосходят сейчас, потому что все, что можно было у иностранных тренеров взять, мы уже взяли. Мы уже выработали свою стратегию, свою школу. И мы можем это дать людям, мы можем делиться. Мы можем обучать людей, помогать им подниматься и помогать формировать экономику России. Другими словами, один из главных принципов личностного роста по-русски – перенять лучшее и добавить что-то свое. На выходе эффективный бизнес, приносящий результат. А ведь именно такова цель каждого из почти 20 тысяч участников московского форума Synergy Global. Андрей Сидоренко, Андрей Пашутин, Иван Перминов, ТВ-центр.